Меня зовут Натан Бар. Я являюсь организатором занятий онлайн-колледжа еврейских знаний Бельмот на протяжении уже более 10 лет. Обращаюсь ко всем участникам наших занятий, ко всем заинтересованным в продвижении открытых еврейских знаний на высоком интеллектуальном уровне, центральным значением государства Израиль и земли Израиль. Еврейский календарь, отсчитываемый нами, начиная с праздника Песах, ежедневным счетом Омера подводит нас вплотную к базисной дате нашего существования, празднику дарования Торы – Шавуот. И в этом году, как и в предыдущие годы, в преддверии праздника Шавуот, организация Тора Мицион, финансирующая программу наших онлайн-занятий Вельмот, проводит ежегодную кампанию по сбору пожертвований. Надо сказать, что Тора Мицион является уникальной организацией религиозно-сионистского направления, стоящего в авангарде борьбы за будущее еврейского народа в диаспоре, основывавшая и развивающая систему десятков посланников Израиля, связанных КИП, активистов религиозно-сионистских организаций, имеющих за плечами опыт службы в армии обороны Израиля. 17 стран мира, укрепляющих связь еврейских общин с Израилем, способствующих репатриации евреев, живущих в Галуте в Израиль, несущих правду об Израиле. Трудно переоценить эту деятельность организации Тора Мицион сейчас, во время войны Израиля с силами зла, ставящих своей цели уничтожение, не дай Бог, государства Израиля. Теперь о программе Лельмот. Мы проводим в настоящее время 10 еженедельных онлайн-курсов, в которых участвует более 3000 активных онлайн-участников. При этом оплата участия проводится на добровольной основе, что позволяет всем желающим участвовать в наших занятиях. Вся информация о текущих и прошедших курсах на нашем сайте lelmot.ru. Теперь немного цифр. Наша десятилетняя деятельность в цифрах. Проведено более 170 курсов ведущими лекторами в области русскоязычного иудаизма и религиозно-сионистского направления, соединяющих энциклопедические знания и опыт многих десятков лет с уникальным соединением высокого интеллектуального уровня с центральным значением земли Израиля. На нашем канале YouTube с более 3000 подписчиками выставлены почти 4000 записей всех прошедших занятий. Более 170 плейлистов курсов, которые были просмотрены на сегодняшний день, почти 500 000 раз. На нашем сайте, наряду с постоянной информацией о текущих и прошедших курсах, выставляются постоянно обновляющиеся материалы в недельных разделах Торы с комментариями ведущих раввинов религиозно-сионистского направления и статьями по актуальной тематике. Ежемесячно сайт посещают более 3000 посетителей. Наша страница в Фейсбуке, на которой выставляется информация о предстоящих занятиях и записи прошедших занятий, имеет 2000 подписчиков, которые поставили 2100 лайков. В наших 10 чат-группах в Телеграме и WhatsApp участвуют более 1000 участников. Подписаться на интересующуюся группу можно на странице соответствующего курса на нашем сайте lelmot.ru. Мы обращаемся ко всем, кому важно слово Торы из Сиона, всем, кто имеет такую возможность принять посильное участие в сборе средств на продвижение нашей деятельности. Даже небольшое пожертвование несет свой вклад и выразит оценку нашей работы. Сделать пожертвование можно по линку, представленному в описании этого видео. Без ложной скромности скажу, сделая ваше пожертвование, вы делаете вклад в победу Израиля. Вместе мы победим.